Синего Кулуринга Богдан Рагич, Липецкая область. Весовая категория пары 91 килограмм. Thank you.
Сидим по бутылинке, продолжим бой, готовится Богдан Радич, город Липецк, 1998 года рождения, занимается боксом 3 года, кандидат в мастера спорта с 2019 года, провел 52 боя, одержал 46 побед, в том числе 2 международные встречи, 2 победы. Тренируется под руководством Альберта Масякина и Михаила Таранова. Участников первенства Ульянина просят сдать анкеты участников сборной России в секретариат. Секундарный зайд. Третий раунд. В этом бою